Эй, ребята, всем привет! И сегодня бы я вам хотел рассказать о такой замечательной программе, как Rocket League Trainer. Говорили мне уже о ней довольно-таки давно, но у меня все не доходили руки ее установить, ну, либо она просто мне попросту была не нужна, хотя я, как по мне, заблуждался. Собственно, ссылочка на сайт, на котором я сейчас нахожусь, будет у вас в описании. Открывайте, жмите. И, собственно, что здесь нужно сделать? Вы нажимаете на кнопку «Download». У меня она скачана, поэтому я этого делать не буду. А у вас появляется вот такой вот скачанный архив, который называется Rocket League Trainer, там ла-ла-ла. В общем, в нем есть папочка. Эту папочку вы берете и вытягиваете куда-нибудь, куда вам надо. Ну, в моем случае это рабочий стол. Вот, в общем-то, вытягиваем. И я это уже сделал, опять же, так как пользовался этой программой. И, собственно, что мы видим? В общем-то, вот у нас тут у вас изначально будет два файлика. Дальше мы заходим в Rocket League. Ну вот, собственно, мы зашли в Rocket League. И что нужно теперь сделать здесь? Здесь все очень просто. Мы заходим в тренировку, в приплей. И вот у нас загрузилось. Поначалу ничего необычного. Да, обычная тренировочка. Ничего сверхъестественного. Но мы сворачиваемся назад. Открываем вот эту вот программу, которую мы разархивировали. И видим перед собой вот такой вот списочек. Списочек тренировок. Итак, по порядочку. Ну, естественно, по названию вы можете определить, что и что. И первая аэриал, вторая это вынос мяча, также третья тоже вынос мяча, четвертая это практика дриблинга, пятая это у нас... В общем-то, follow-up aerial, то есть, когда мяч отскакивает от земли, вы его должны поднять. Потом дальше фристайл. Rebound, честно говоря, не пробовал. Редирект, перенаправление, сейф. Ну, естественно, это сейф ворот и два волшота. Это такие обычные, так скажем, стандартные тренировки. И, ну, допустим, вот включим с вами, не знаю, вот ни разу еще не запускал трибл практику. Просто... Ставим галочку, поставили, да? Заходим теперь в Rocket League обратно. И теперь, немаловажно, нужно нажать на Backspace, то есть обновить, ну, в общем, сделать рестарт. И, ага, понял. Ну и, в общем-то, вы видите, что нам вот накидывают мяч на крышу. Ну, это как-то уж довольно-таки совсем просто. Ну, короче, как-то так вот. И здесь много очень таких тренировок. Даже вот самых простых, например, еще включим. Не знаю. Фли 1. Опять жмем Backspace. И вот у нас мяч летит. И, ну и я так понимаю, что мы его здесь должны были выбить. Ну, в общем, как-то вот так вот это все происходит. Также, скажем так, в отдельном ролике я еще кое-что расскажу, что я здесь делал. Вот, но пока что хочется рассказать еще про другие режимы. Здесь вот есть вторая вкладочка с сайта rocketleaguetrainer.com. И здесь вы можете ввести слово, которое вам надо. Ну, частенько там по названию ищет, но нас интересует в данном случае. Вот, например, у нас есть... Здесь несколько типов. Это Save, Clear, Aerial, Freestyle, Wallshot и Other. Соответственно, Save, вынос, Aerial и Freestyle, удар от стены и другое. И по сложности можно отредактировать. Вот, ну, допустим, найдем Aerial, ветеран какой-нибудь и поиск. И, ну, вот у нас куча всяких. Не куча прям, Нет, не куча. В общем, очень много разных тренировок. Ну, допустим, нет, все-таки куча. Ну, допустим, вот включим... Ну, пусть будет вот это. Допустим, ты поставил галочку. Сейчас, по идее. Ну и что-то вот такое. Вон, видите, как мяч резко летит. В общем, как-то так вот это происходит все.
по-моему, это очень полезная программа. То есть с помощью нее вы можете выбрать также несколько таких упражнений. То есть, допустим, вот я сейчас выберу, вот так вот галочки поставлю. Вот. И теперь каждый раз обновляю, мне может выпасть рандомный удар. Ну, в общем, такая вот хрень. Даже я... Ой, это что? А, это типа надо... Все, я понял. А, ну теперь опять. В общем, вот так вот. Видите, каждый раз у меня выпадает что-то новенькое. По-моему, программа реально заслуживает уважения, и с помощью нее можно много чему научиться. Ну, в общем, вот такая вот программа. Суть ее я до вас донес. По мне, так она реально очень крутая. Также забыл добавить, что можно еще создавать свои тренировки. Именно создать ее просто, а вот настроить уже не так просто. Но, в принципе, если проноровиться, то можно делать это легко в дальнейшем. Итак, нажимаем на плюсик. И вот мы видим такой вот генератор, так скажем. Ну вот, здесь у нас есть, во-первых, две плоскости. Это XY, а вторая это по вертикали XZ. Здесь вы, соответственно, можете машинку вот так вот двигать. Ну, то есть, допустим, вот подвинуть ее кто-нибудь сюда. А мяч можете вот так вот по вертикали и в бока двигать. Ну, например, вот сюда. Теперь мы идем сюда. У нас уже координаты мяча заданы. Также все это можно вводить, вписывать сюда вручную. Единственное, что я немножечко не разобрался, как задавать силу удара, как там мячик полетит и как менять угол машинки. То есть вот она не меняется. Ну, в общем, я думаю, если посидеть с этим, то легко можно разобраться. Ну, а на этом я бы хотел закончить. Ну, а я желаю вам всего наилучшего, поскорее обучиться всему, что здесь есть. Ну, а с вами был Хантер, и всем до новых встреч. Всем пока!